чуваки, с вами Джейл, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 онлайн с опупенной рубрикой «Битва автогонщиков». Всем здорова! Ну а наши прятки сегодня мы начнем проводить на территории богатого района, где у нас, как вы знаете, есть две крутые коллекции тачек. И сегодня, чуваки, эти тачки у нас расположены по вероятности крутости. А если бы точнее, у нас есть сегодня развалюха, обыкновенная машина, формула крутая и супер-гипер-ультра-дупер-боевая машина из арены. И сегодня эти разновидного класса тачки мы будем прятать по всему району этого городка. И проверим, кто сегодня отыщет место лучше, чтобы спрятать свою коллекцию. Поэтому, чуваки, я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас кушает. Ну и, конечно, крутого настроения. Ну а я, как и всегда, попрошу вас сегодня поставить лайкосик под видосик. И давайте наберем целых 15 миллиардов лайков. Ладно, 15 лайков тоже хватит. Ну и не будем тянуть, погнали уже прятать наши коллекции. Ну а вот теперь, чуваки, пришло время прятать наши коллекции. И сегодня у меня красные тачки, у Паши синие тачки. Давайте поподробнее покажу им вам. Смотрите, у меня есть Nissan, Формула, потом Sultan RS, Subaru и вот эта непонятная развалюха. Я думаю, это Volkswagen, наверное. Давайте дадим сигнал Флейзену, что рубрика начинается, и чтобы он поехал прятать первую тачку. Ну а я поеду прятать свою первую развалюху. И, кстати, я уже придумал, как сегодня я буду маскировать свои тачки. Да-да, главное слово маскировать, поэтому ищем идеальную парковку и там ее сейчас запрячем. Потому что, чуваки, посмотрите, как выглядит эта машина максимально по-ботовски. Вот она парковочка. Так что сейчас аккуратненько припаркуемся. Бери с дороги, едет обычный бот. Все, вот тут ее оставляем. Я думаю, Паша даже не поймет, что это обычная машина, которую сегодня я прятал. Ну что ж, погнали за следующей нашей тачкой. Ну а я пересел на машину классом чуть-чуть выше прошлой развалюхи, чуваки. Это уже, наверное, считается спорткаром, я думаю. И давайте красную тачку спрячем в красном месте, возле красного дома. Опа! Берем и застреваем. Ой-ой-ой! Винни-Пух застрял! Пирожков много ел! Так, чуваки, придется веревкой пользоваться. Давай! Веревочка, помогай, спасай меня. Ладно, тут можно тоже машину довольно неплохо замаскировать, если бы только забор не мешался. И теперь ее спрячем, я предлагаю, знаете где? Либо на крыше, но на крыше Паша будет проверять, либо за контейнерами. Во! Тут же и забор есть как раз. Давай, пролезай! Опа! Вот так оставим. Смотрите, справа контейнеры, слева мусорные баки. Ее вообще видно не будет. Да ну, это самое крутое место. Погнали за третьей нашей тачкой. И, ребята, посмотрите. Это уже самый высокий класс почти. Супер формула. Короче, сейчас будем небольшой троллинг устраивать для Паши, потому что формулу я хочу спрятать прямо на свалке. Он стопудово не догадается, что я здесь сделаю. Но я, ребята, хочу из нее превратить в развалюху. Ой, мистер, я вам, короче, новую тачку на свалку привез. Давайте мы ее куда-нибудь запрячем примерно вон туда, аккуратно, вот тут ее оставим, чуваки, но не просто оставим, а сейчас кое-что сделаем. Аккуратно, чувак, ты лучше отойди подальше. Раз, два, о, ребят, я отойду подальше, и теперь погнали, бамс, не то нажал, бамс, ой, какая маскировка, чуваки, за это лайк однозначно. Все, быстрее валим отсюда за последней нашей тачкой. И, конечно, ребята, это боевая супер-ультра-гипер-мега-супер-пупер-дупер тачка из арены вар. Поэтому ее сегодня просто мы и легко запрячем где? На крыше! Оба! Чего-то я сейчас заметил такое непонятное, чуваки! Слушайте, а вот это второй троллинг получается подряд. Так, паркуем ее тут, а Паше слова ничего не говорим. А теперь бежим просто к нему и начинаем устраивать поиски. А теперь, чуваки, начнется самое интересное и самая, мне кажется, угарная часть видоса. Потому что это называется поиски. Поиски за 7 минут. Так, ага. Я себе беру сегодня зеленые мотоциклы и проверим, кто больше тачек найдет у нашего соперника. Либо ты у меня, либо я у тебя. Но я тебе отвечаю, сегодня у тебя будет самая маленькая коллекция тачек, Паша. Ой, так одесса, все будет нормально у меня. На счет 3 стартанем. Готов, скажи? Я готов. Раз, два, три, полетел. Раз, гоу. Я поеду сегодня максимально по ограничению. Чуваки, и буду проверять все его нычки, потому что у тебя машины были желтого цвета. Я даже тактикой своей воспользуюсь, любимый. Какой знаешь, тактикой? Какой? А ну-ка давай расскажи. Орлиный глаз, орлиное ухо. Да хватит это со снайперской винтовкой.
винтовкой там ходить, ёлки-палки. Нет, 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 нет. Ребята, первым делом... А, первым делом, кстати, да-да-да-да-да. Первым делом я буду сейчас проверять все крыши. И случайно, наверное, возможно, твою тачку какую-то замечу. А почему она на крыше, она не на... Я сегодня вообще на крыше не прятал ничего. А если я с горы осмотрю, то, может быть, на крыше что-нибудь я найду. Блин, реально, на крыше вроде бы ничего не видно. А там ничего нету на крыше. Ладно, давай, блядь, тактика «Орлиный глаз» не работает. Теперь тактика «Экстрасенс» называется. Так, какая тактика «Экстрасенс»? Я только не знаю. Чувствую, у него где-то что-то спрятано. Где-то на крыше, наверное, точно, да. Опа! Ты чего? Да, первую тачку нашел. Прикинь, офигеть, да? Ох, так быстро желтый. Я даже не знаю. Что за развалюка? Ты подглядывал за мной? Эй, а что-то... Не понял. А что у него колеса лопнули? Блин, я и все колеса лопнул пилой, походу. Ладно, чуваки, проезжаем дальше. Давайте сейчас быстренько запрячем машину. Ой, запрячем, говорю. Привезем машину и уже поедем за второй тачкой. У меня сейчас загрузка в голове. Какой пилой ты там разрубил колеса? В смысле пилой? Я ничего не говорил. Какой пилой? Что ты там был? Да у меня вместо пистолета просто это, бензопила была, деревья пилил недавно и распилил. Погоди, ты там был в моей нычке? Какой твой? Я там не был. В какой нычке я был? Нашел! Ты какой? Ты как посмотрел? Как нашел? Что ты нашел? Я нашел тачку и Ренуар! Как ты догадался? Ты офигел, а что ли? Я проверить нычку решил. Ты сказал, да, что пилой разрубил, да, значит, блин, ты там был. Хватит меня подслушивать, я не с тобой разговариваю с подписчиками. Ладно, нет, ладно. Закрытое помещение, Паша, признавайся. Там-то есть ли что-то? Нету? Ну, конечно, нету. Нет. У нас же тачки были большие, поэтому они там не поместились даже. И чё? А с помощью веревки ты бы мог затянуть сюда. Да, ладно, нет, нифига. Ладно. Кстати, чуваки, покажу сейчас вам одну мою нычку. Ладно, не буду показывать то, что а то Паша будет сидеть. Почему? Чё? Давай, я пока. Нет, ты будешь сидеть за мной, подглядывать. Я тебе отвечаю, сегодня просто самая крутая серия у меня получилась по пряткам. Чуваки, давайте даже мои сегодняшние нычки по 10 баллочкам не оценим в комментариях. Я говорю, такого еще никто не делал. Такой, даже мини-троллинг получился случайно, ну, у меня. Ну, я могу оценить твои нычки на пятерку, потому что на ты пятерку очень фигово спрятал. О, да, вот, нифига себе пятерку. Ладно, ладно, я сейчас заеду в одно место и буду ехать ровно по границе еще. Проверим, вот на границе есть твои тачки или нету там. Ну, оп, слушай, оп, границы оп, оп, я сегодня, ну, не проверяю, потому что мне кажется, ты спрятал именно в центре города где-то. Чего? Вот идти в этом городке. Центре? Да, ой, да. Нет, я знаю Пашу точно. Паша точно будет прятать где-то на границе. Или, например, я знаю пустой бассейн. О! Тихо, а чуть стройка, не упал. А пустая, не пустая? Стройка пустая, стопудово пустая. О, кстати, да, стройка, там же много желтого песка, а у тебя были желтые тачки, поэтому стройка это идеальное место. Мне кажется, что ты напутал, у меня сегодня синие тачки были. А, серьезно, синие тачки? А, да, точно! А чё я всю серию думаю, что у тебя желтые тачки были? Капец! А я ищу желтые места. Ну ладно, ничего страшного. Ты свою синюю тачку решил замаскировать. Типа она вода, но я ее нашел в бассейне. Пока! Да блин, нашел. Ладно, поздравляю, я поздравляю. Я стопудово знал, что ты в бассейн какую-то тачку свою спрячешь. Но, ребята, моя интуиция работает на 100%. Чего, кстати? Ну ладно, моя интуиция сейчас тоже сработает на 100%. Я, знаешь, поеду куда? Я поеду... Куда? В канализацию, ведь там ты любишь сами прятать тачки. В канализацию? Там, да, черепашки нельзя ездить, там не надо, они тебя там зафигачат. Там это их территория. Там гномы живут. Я знаю то, что там гномы живут. Какие гномы? Гномы. Ладно, чуваки, Паша случайно с помощью моей оговорки нашел вот эту тачку, но давайте ее взорвем ему, чтобы он его... Не трогай, брат. Ладно, не буду трогать. Все, ищем, получается, еще две машины. Формула и получается еще обыкновенная машина. Где же ты их спрятал? Признавайся, крендыбаба. Я тебе не скажу, ведь сегодня я так спрятал тачки, то что ты вот нашел пока две, а две ты не найдешь, я уверен. Да. Смотри, я уже знаю, где тут есть синий забор. Хоть на стройке много желтого цвета, но синего цвета тоже фиг убавляй хоть тут. Ладно, ладно, давайте. Это банально слишком прятать за синим забором. Не, я так не буду делать. Не, сейчас банально и буквально я все найду. Чуваки, проверяем синий забор. Вроде бы пока тут пусто. Окей. Пусто. У меня остается по времени еще 2.5 минуты, чтобы найти две машины. Но, Паша, я тебе скажу, одну подсказку сегодня дам тебе, но она будет на последней минуте всего. Ну, Лёха, да, слушай, да, я и без твоей подсказки уже нашел султан. О, султан! Ладно, султан нашел. Ой, зря это сделал. Так, а я тут застрял, елки-палки, на свалке. Блин, как мне сюда выйти-то? Правильно. Давай, правильно, ничего неправильного нету. Так, чуваки, смотри, баба, может быть, он в закрытых помещениях, в гаражах что-то прятал. Или, например, да нет, синяя крыша. Это слишком банально. Закрытые помещения, они маленькие, да, тачки большие. Там это не нашел. Надо что проверять. А, не нашел. Блин, очень похожая машина, я подумал, это твоя. А ты же мог знаешь, что сделать?
Ну замаскировать чё? На парковке тачку, например. Нет, я такой тактикой уже не пользуюсь. Не, да ладно, чё? А что, пользовался когда-то такой тактикой? Блин, ну, конечно, надо было мне так сделать, замаскировать на парковке. Это же гениально, почему я раньше не догадался? Я ладно. Помню, когда я один раз замаскировал, я ее еле-еле да? нашел. Да, помнишь, я замаскировал? Да, да я тоже да. помню, когда-то давно я замаскировал тачку, ты ее так и не нашел. Ладно, окей, проверяй, ребята, все парковки, на парковках он не прятал, так на свалке он тоже не прятал. На центре, тут же воды много. А я как раз таки проверю свалку, пока там центр проверяешь. Свалка, можешь свалку проверять сколько угодно. Напомню, у меня тачки ярко-красного цвета, поэтому тебе их легко будет отыскать. Ярко-красный, помнишь? Ну тут есть яркая развалюха, вот, но это не твоя тачка. Где? Поэтому я уезжаю. На свалке? Да, на свалке там, да, стоит какая-то развалюха. Это моя тачка, вот, это моя красная развалюха. Ты что, не узнал ее? Да, вот красная развалюха, это моя тачка, Паша, ты что? Ладно. Тем временем остается у нас примерно 1 минута. Я не понимаю, все, 1 минута, даем по подсказке. Моя тачка превратилась, так сказать, уже не в тачку. Была тачкой, стала не тачкой, да, вот так скажу. В смысле, в гнома превратилась? В гнома, давай свою подсказку. Ладно, дам тебе подсказку, смотри между зданиями, вот так вот. Я ее так замаскировал тачку, а вот между зданиями? Да. Между зданиями? Подожди, нормальная подсказка, так, между зданиями. Ладно, я тебе дам тогда подсказку немного получше. Это, короче, была тачка, но я с ней кое-что сделал, что она превратилась теперь в металлолом, вот так скажу. Металлолом. Кот черный, не переходи дорогу. Я разобрал. Разобрал по деталям, колеса оторвал и выкинул. Так, чуваки, смотрим внимательно. Я заметил. Что ты там заметил? Это было легко. Спасибо за подсказку. Ты нашел, блин. Если бы он, чуваки, прятал бы желтые тачки, желтая бы тут замаскирована была бы на 100%. У нас остается еще буквально, Паша, 10 секунд. Погоди, так, что там? Я нашел, давай. Да, моя тактика оправдала себя. Почему чего она нашел? Взорвана? Я нашел формулу, которая взорвана. Я просто подумал, потому что ты сказал металлолом. Это не моя, металлолом не мой. Давай, езжай, смотрите. Здравствуйте, у вас тут проблема, да? У меня проблема есть, ламба Лефера. Так, иди-ка сюда, оп, давай, притяни мне, пожалуйста, машину, мистер Твистер. Давай, тяни ее. Ты же эвакуаторщик. Что-то не тянется вообще. Давай, вторая попытка. Давай, перестовай ее. Сейчас иду. Ребят, я как-то ее к земле потянул. Давай. Я сяду в нее на всякий случай. Так, еще немного. Давай, попытка номер 2. Поехала. Куда повез ты, елки-палки? Ребята, получается, я свою формулу привез. Слушай, и везде ее ты давай. И эту тоже заходи с собой. Все, а я побежал пешком, чуваки. Давайте быстренько посмотрим, у кого сегодня коллекция получилась круче. 7 hours later. Вон он, чуваки, вон он. Я уже готовлю флейтинг. Мы сегодня эвакуаторщиком устроились работать. Ну, конечно. Так, это твоя формула, это моя формула, а также у меня есть сегодня вот такая развалюха и тачки за Ренуар. А у тебя? А у меня вот, что, смотри. А ты развалюху не нашел? Она была на парковке, если что. Нет, не нашел. Получается, Султан, а Ренуар и вот такая уголек-машина. Получается, тянем в нашей коллекции и переходим к первому испытанию. Ну а вот, чуваки, и прокачали мы свои супер-формулы. И, кстати говоря, я только сейчас понял, что если бы не дали бы друг другу подсказки, мы бы оба были на развалюхах сегодня. И, ребята, сегодня на этих формулах мы устроим жесткое испытание, которое называется «Вокруг света». Но если быть по-честному, ребята, то вокруг половины света, потому что сегодня старт у нас находится справа карты, а слева карты финиш. И сегодня, кто делает первый полкруга вокруг карты, получает 1 балл. Едем строго по трассе. Ты понял, Паша? Я понял. Ребята, тачки прокачаны по полной, поэтому это гиперформулы, которые бьют все рекорды даже на экспериментах. И проверим, кто будет быстрее. А вы оценивайте наши сегодняшние нычки по 10-балльной шкале в комментариях. Ну что ж, 1, 2, 3, включай карту, погнали! Давай! Чуваки, вот это однозначно лайк, суперформулы! Так. Поеду от первого лица. Я еду 1000 км/ч, мне кажется. Я не знаю, я 1 000 000, наверное. Играл когда-нибудь в Формулу 1? Ой, тебя не видно даже. Так, ребята, я лучше этого делать больше не буду. Это жесть, невозможно просто. Так. Грузовик появился прямо передо мной. Это нечестно, это нечестно. Это хорошо было. А, все, я подумал. Как объехать-то? Буду первым сегодня. Короче, играем в шашки. Право-лево. Через город вообще нереально проехать. Да тут твой офигейший бот, брата. Да, свидули. Ой, кажется, по вашему перелетел. Да твой дедуля, ты че? Нет, я до свидули сказал. Удачи.
Подожди! Он меня обогнал. Так, стоять, стоять. Сегодня гонка не настолько длинная, как в прошлый раз, чтобы вокруг света ехали. Сегодня половина света. Первый литов секунд. У меня антенка погнулась из-за тебя. Раз, два. Оп, я походу сальто навернул только что. Так, иди сюда. Я его вижу, показывайте, он в принципе недалеко. Я нашел лайфхак, можем по тротуару ехать. Что? Ты видел, как я облетел потом сейчас? Я видел, ты офигевший. Это лайк. Я супер офигевший. Зато сейчас будет трасса с трамплинами и пошли. Ты что там управление потерял, что ли? Подождите, я вылетел. Смотри, ой-ой-ой. Сейчас я вылечу, только я вылечу с трассы на трассу. Раз. Нет. Ну-ка, попытка номер два. Раз. Два с половинкой, с ниточкой, с иголочкой, с изюминкой, ну, давай, с пупынькой там. Сейчас, подожди, сейчас. Когда три будет на елке-палке. И три. Поехали. Давай. Лечу. На трассу. Нет, не на трассу. Стоять. Я сейчас наступаюсь, мне кажется, в океане тут. Так, как мне выехать? Ребята, до военной базы осталось буквально пальцем рукой подать. Там рыбку мне есть еще, вытащи, я люблю там горача. Я сейчас рыбку вытащу, золотую рыбку, исполнится желание, чтобы ты проиграл. Давай. Нет, я не проиграл. Год, формула! Оп! Да, я сдал задом. Перелетел! А ты что, прыгнул трамплин? Я влетел вообще! Да я уже на посту! Ой, зато я могу сейчас кое-что сделать, чуваки! Ничего ты не можешь делать! Пашу подрезать, Пашу! Так. А я могу тогда выехать сюда, за территорию? Нет, не могу! Ладно, зато я могу сделать план Б. Смотрите, берем прицел и теперь раз, два, три. На! Вот это четкое попадание! Я только разворачивался, ты чего? А теперь учись! Вот ты жулик! Да! И кто первый? Это Бурьян! Король Джел! Да я уже до финиша, что ты там? Здорово, не видишь меня? Все, 1-0, чуваки, счет у нас. Пока что лидирую я. Переходим ко второй нашей битве. А теперь, чуваки, пришло время толкучкаться, потому что испытание толкучка начинается. И сегодня, кто кого скидывает в воду на машине пиле, получает 1 балл. Итак, первый раунд. Раз. Первый раунд. Два. Первый раунд. Три. Погнали. Let's go. Тебе давай. Я могу взять и тебя. Знаете. Скину. Ой. Нет. Ты куда? Боковой рывок. Оп, засейвился. Ой, я там этот, что-то вылетело. Ой. Давай. Нет, ты меня не скинешь, Паша. А я тебя скину. И оба. Бам. На тебе, Бабабе. Нифига, сальтушник. Полетел. Давай. Ракета, уходи. Тут очень много ракет. Что? Я карусель. Пока. Так, берем так, тут два. Леха, у меня бензин течет, нет, что делать? Серьезно? Я могу тебе поджечь его? Давай. Не трогай меня. Сам взорвется сейчас, полетел давай. Да, сюда не трогай. В принципе, можно его и скинуть, чуваки. Я как знаю, кто сейчас проиграет. Нет, давай, у тебя есть ровно 10 секунд, чтобы меня скинуть. Или ты взорвешься. Попытка номер два. Полетел. Понятно. Попытка сгорела в воде. Ну что ж. А я загорелся, и мы переходим ко второму нашему раунду. А теперь, чуваки, тачка моя починена. И раз, и два, и раз, два, три, погнали! Let's второй go, раунд! Start the game. Смотри, уже 2-0 тебя выиграю. Итак, пулеметы в бой. Здорово! И на! Бам! На! Нет, тихо! Оп, боковой рывок! Ты куда? Веревка! Боковой! Да, чуваки, это самое быстрое поражение! Ладно, тебе повезло. А ты засейлся, да? Конечно, я на корабле для тебя! Погнали к третьему нашему раунду! Это, если честно, просто везение. Ты где? А, давай. Ой, наконец-то везение. Иди сюда. Два, шесть, восемь, девять, три. Погнали. Да что мне делать? Да, оп, золотой дракон рулит. Эй, рулит, но не заруливает. Иди сюда, золотой дракон. У тебя зеленая сопля, ты понимаешь? Сопля у тебя в носу, давай, иди отсюда. Сопля у тебя, нет. Давай. Моя тактика, и бам. Ой, сейчас будет 3-1, чуваки. Бам. А что, ты прыгать не стал? Нет, я не могу даже прыгнуть. Все, чуваки, я же говорил, золотой дракон отомстит своим конкурентам. Но мы переходим тогда к следующему испытанию на следующих машинах. И, ребята, зацените самый гламурный дрифткар. Короче говоря, я почитал под видосом в комментарии ваши, где вы писали цвета. Это был прошлый видос. Ого. И, ребята, розовый цвет был тоже залайканный цвет. Поэтому я его, ну, довольно редко ставлю. И сегодня как раз, как это, ну, девочкам посвящается, наверное, я даже не знаю. Такая машина Валентинка. Ладно, делаем 3 круга на дрифт-гонке, проверим, кто быстрее, ты или я. Раз, два, три, погнали! Let's go! Блин, так я развалюху нашел, на развалюхе дрифчу, а ты суперкар. Давай, Султан РС! Что такое? Проблемы у кого-то? Да, дрифтился просто, как говорил Виндросель, главное не машина.
Главная машина все-таки! Ё-моё! Зацепился! Так, сюда иди, Главное не машина, главное водитель. Но если водитель, конечно, не криворукий. Но водитель у нас сегодня девочка! Я успел! У меня, походу, зря этот спойлер спереди поставил, он цепляется. Так, ребята, помещусь. Ой-ой-ой-ой. Давай, девчачи, ты девчачи. Я мужицкий цвет, розовый. Да, чуваки, в комментариях подтвердите. Мужицкий цвет — это розовый. Ты Джеллета! Я тебе придумал имя, Джеллета! Ой-ой-ой-ой! Ты чё? А Ташка-то вообще наваливает нормально! Ну, конечно! Ровно три круга, проверим, кто самый лучший дрифтун. Давай, но раз, это два, я, ведь у меня три. По 6 больших, ты сегодня проиграешь! Нет, ты максимум лучший пердун. Так, давай. Ой, ты посмотри! Блин, чуть-чуть мощности не хватает, я бы вообще проезжал идеально. Что такое проблема? Я упал! Главное не водитель, главное машина, Паша, запоминай! Еще наоборот. Раз, два, три, трамплин! Полетели! Я идеально научился проходить на этой тачке дрифт-трассу. Ой, ты посмотри. Да, а что такой жесткий, ты всё, победа в кармане. Один круг, ребята, один круг. Давай, Жига, быстрее едь. Вот знаешь, какой у тебя плюс у машины? Какой, она у тебя нормальная, такая медленная. У меня она быстрая, из-за этого может много мощности меня заворачивать. У тебя слишком много мощности, поэтому тебя заносит. Но я не успеваю проехать полностью полкруга вот эти. Или сейчас успею, сейчас успею. Давай. Успеваю. Какой парный дрифт, давай, откинься. Я вообще-то сзади, ты чё? Я пропускаю быстрее. О, спасибо. Я заметил, вот там зажало, походу. Как я просто зажимал, как жвачку. Аккуратно, чуваки. А я напомню, баллов у меня больше. Счет 2-1. 2-1, 3-1 какой там? Нет, ладно, 3-1. Сейчас мы почитаем. 3-1, а сейчас будет 4-1. Да подожди. Да ладно. Блин. Походу развалюха тут реально оказалась круче, чуваки. И я зарабатываю плюс 1 балл. И сегодня в этом видосе у меня первое победное место. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравился, ставь лайкос. Ну и обязательно в комментариях пишите сегодня по 10 баллочкам мои нычки, которые мне удалось найти. Ну и, кстати, цвета тоже дополнительные можете написать. Ну а с вами сегодня был Джел Флэтин. Ссылка на его пожмут, как все в описании. Всем удачи и всем пока, чуваки. Всем пока, народ.